Привет, 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 ребята! Вот уже практически и наступил тот волшебный момент, которого мы все ждем с большим нетерпением. Мне кажется, в эти дни действительно все наши слова и мысли только о Новом Годе. Какие подарки подарить родным и близким, и как это сделать более празднично и красиво? Что надеть на встречу года белой металлической крысы и каким способом загадать новогоднее желание? А еще, конечно же, не забыть подарить частичку своего тепла и добра тем, кто в этом особенно нуждается. В новогоднем выпуске программы «Классный час» вас ждет много интересного и полезного. Каким будет Новый год белой металлической крысы? Как испечь самое вкусное новогоднее шоколадное печенье? Что подарить? И как подарить? А в качестве подарка можно и спеть! Узнаем, чем закончились поиски Деда Мороза Сюзанны Чеваньковой. Как и где весело провести рождественские каникулы. И как загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось.